В течение всего нескольких дней северные ездовые собаки-хаски катают детей в парке Сокольники. Животные привыкли к суровым холодам, и сейчас им жарко. Но собаки не просто развлекают детей с особенностями развития, они их лечат. Как это происходит, наблюдала Татьяна Суровенкова. В парке Сокольники всего несколько дней. Для детей и подростков с особенностями развития будет работать реабилитационная программа «По пути с хаски». Принять в ней участие, узнать историю покорения Северного полюса, познакомиться с ездовыми собаками и, конечно же, прокатиться на них смогут более 500 учеников коррекционных школ и воспитанников специализированных детских домов Москвы. Первый раз катался на таких санях? Сегодня первый раз. А так я ни разу не катался. А вообще страшно? Скорость большая? Да мне не страшно, мне нормально. Единственное, чтобы мне хотелось поуправлять этими санями. Поуправлять не получится. Это делают опытные инструкторы каюры. Давай, пошли. А вот сесть в сани, пожалуйста, ездят по кругу. Одна упряжка из 6 хаски, меняя пассажиров, может сделать таких 5. Потом собачий состав меняется. Они не столько устают, они могут бегать гораздо больше. Но им сейчас, во-первых, очень жарко, им хочется даже не снега сухого поесть, так они охлаждаются снегом, а очень хочется воды попить, отдохнуть немножко. Им просто надоедает бегать по одному и тому же кругу. Бег по кругу и плюсовая температура, непривычная для привезенных из Карелии 30 северных хаски. Но эти небольшие неудобства они компенсируют взаимной симпатией и общением с детьми. Может быть, в этом процессе не происходит никакого медицинского влияния, да, потому что все-таки мы не медики. Но вот опыт, большой опыт, там, десятилетний опыт, он говорит о том, что происходит какая-то социальная реабилитация. Реабилитация, которая помогает детям с особенностями развития учиться общению с животными, дарить тепло, получать его взамен и вместе с четвероногими друзьями радоваться жизни. В течение недели поиграть с хаски, покататься на них смогут только дети-инвалиды. А уже в выходные пообщаться с этими дружелюбными голубоглазыми красавцами смогут все желающие. Татьяна Суровенкова, Сергей Давидяк, Эдуард Мамедов, ТВ-центр.